противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордвинг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне. Thank you.
начавшись, никто не смеет входить в обитель господина. Достаточно таких предметов.
Да, ребро должно умереть там. Уже сделал, по-моему. Ну там выбор есть, либо ребро, либо этот Смертокрыл или Джараксис. Да, если есть кого. Я обычно на Джараксиса беру и не парюсь. Че, заманете меня? Киньте еще раз, у кого есть на ребро. Спасибо. Какой Смертокрыл? Сульды. Острокрылая. А, острокрылая, да. Смертокрыл. Три, два, один. Три, два, один. Пять, четыре, три, два, один. Мы с Паладином рассчитываем, что ты кинул на танка диван и нахуя?
Типа в начале боя. Он поставил ему диванчик, говорят, на, присядь. Прием, прием, блин. Слышно? Прием, прием. Рэбу едим, слышно. Какой-то руинер какой-то. Ну-ка, сейчас поставлю активацию. Не знаю. Холли паладин, я спрашиваю, зачем кинул диван? Да случайно. Кинул. Ну а чё молчишь, блин, сказал бы я случайно еще ебать. Сейчас под заклинания перебираю, у меня нету в заклинаниях в том иске божеств. Божественное вмешательство. Да, очень слышно. Громко и мерзко. Да, слышно, слышно. Да, я скажу. Народ, будете сейчас сидеть, шутки шутить, я просто всем кину ГП. Массово. Макс, чего тебе не хватает? Чё, всего хватает, даю ДБМ. Пронунсите пул. Пять. Три. Выйдите из-под босса. Да. Да. Разбежались, мы сейв дали. Ебать, не сдохни. Да ДКшник вроде нормальный. Что ему тут падать? Тем же бомж. Балдин, к нам подойди. Он хант, он где-то в ебенях стоял. Заикаешься немножко. Я дал массакру.
Ну это для миликов информация. Массейф разбежались. Шуршишь немножко. Ты прилично прерываешь. Попадаешь. Нет. Разбегаемся, массейв даем. Шандриса, подними, пожалуйста, скромника. Для жертвоприношений. Ну, зашли умерли. Остойка тут, сгинь в вечных муках. Ну, нас двое, да, мы охуели. Как считаете? Не напрягаем хилов. Ага.
5, 4, 3, 2, 1.